Почему рунту? Потому что рунту — это небольшой дистрибутив, и при развертывании он имеет русский интерфейс и готов к работе. Также рунту обновляется, что немаловажно, в отличие от его брендовых братьев типа Linux Mint 12 версии. Чтобы заставить Mint 12 версии обновиться, надо немножечко поработать. По этим причинам он меня не устраивает. А также установщики Mint, например, той же самой 12 версии, будут долго развертываться на какой-нибудь старой машине типа с оперативной памятью меньше 512 мегабайт. Повторюсь, Runtu и вообще Linux мне нужен исключительно как инструмент, а не красота и удобство. Удобство в данном случае для меня является скоростью развертывания и работа на всех платформах. Ну а вы сами выбирайте для себя понравившуюся вам сборку. Найти ее очень легко. Достаточно в поиске Google забить FTP Яндекс Mint или Runtu, и вы выйдете на FTP Яндекс со сборками Linux. Пробуйте.